Всем привет! Это Таня со Львова. У меня задание пошить внуку на новогодний утренник костюм гнома. Я выложила ткань на полу, ну как визуализацию сделала, как бы это могло выглядеть. Вот такая у меня ткань на штанишки. Она такая похожа, как на домотканную. Может, так не будет видно. Наоборот, вот так. В общем, горчичного цвета. Атлас полосатый, вот, а колпак, кусочек остался обивочная ткань, но он такой блестючий, с блестками, он такой красивый и форму будет держать. Ну, я так выложила, как бы я могла это видеть, и вижу, что у меня получается не гном, а какой-то скоморох, что-то не очень. Без рукавочка, может быть, будет еще без рукавочка, а может, у него есть там такая, я ему шила костюм, грибочек он был. И там очень красивая безрукавочка. Вот она сюда тоже подошла бы. Вот. Сейчас попробую выложить немножечко по-другому. Может, наоборот, сделаю вот из этого полосатого штанишки, а наверх что-то другое. Но надо так, чтобы подходило и под колпак. Потому что колпак хочу именно из этого, оно очень подходит. Такой. Сначала пояс думала, вот у меня такой пояс есть блестючий, вот, чтобы это был пояс. Но как-то оно так все сливается, как не очень. А вот красный тут подойдет. Ну, попробую сейчас выложить по-другому. Так, вариант номер два. Вот такая визуализация мне больше нравится. Я нашла подкладку от старых штанов. Я их сделаю под его размер. Вот здесь соберу на резинке. Кофточку, вот она будет полоска вот так идти. Нашла такую безрукавочку бахрому, да, чтобы соединить зеленый цвет вот с таким коричнево-терракотовым, и со штанами оно все соединяется. И шапка. На шапку я вот это убрать надо. Вот, нашла еще бомбон, который тоже по цвету подходит под зеленый. Вот. И сюда для яркости красное, пояс. И тут будет пряжка, ну другая, но красивая, просто как визуализация. Ну вот такое мне как-то больше. А, и чтобы соединить весь костюм со штанами, вот здесь как бы латку можно такую поставить, как будто бы это латочка залатанная. И она будет красиво. Вот так мне нравится. Там на шапке вверху я еще думаю, может что-нибудь такое, знаете, вот как такими... Или треугольными такими вот штучками, как бывает, на воротник им вешаю такое, и на шапку можно. На воротник я не знаю, там уже и так слишком много всего, а вот на шапку, разве что бахрому, вот такую самую бахрому дать, чтобы она так вверх торчала, а по низу уже такую тут каемку золотую. Так, вот такой костюмчик у меня получился. Дивися на мене, на мене дивися.